И я у чуваки на канале Пипиксель, с вами Хасин Андрей, и мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт 1.18.2. И смотрите, что сзади меня находится. У меня находится прям... Вау, ребят, я вижу много всяких животных. Точнее, паука. Ребят, все, мы погнали внутрь пещеры. Я обещал, что я туда попаду, и я туда попаду. Мы, ребята, выживаем на хардкор режима. Так, как же туда приятней-то попасть-то? Очень стрёмно, там и эндермешка. Как бы мне не сильно туда хочется идти. Все, ребят, мы туда не пойдем. Там очень страшно. Там дико страшно. Там просто нереально страшно. Я так посмотрел ситуацию, но не-не-не-не-не-не-не-не. Нам нужно хотя бы бриллиантовыми быть, да? Я думаю, эксперты в Майнкрафте, которые супер топовые экспертозы, они скажут: чувак, куда ты собрался с таким-то оборудованием? Правильно, ребят? Правильно я говорю? Яблоко? А как тут яблоко? Что-то тут аномальное, ребята. Что-то здесь все-таки аномальное. Мне как очень страшно здесь ходить. То есть яблоко видели? И кусок дерева лежит. Жесть, что тут происходило? Так, еще одна. Жесть, ну это джунгли меня просто доконают. Я джунгли не сильно-таки люблю. Но люблю, но так и не сильно. Да, вот так вот. Так, потому что они такие прям тяжело проходимые, что ли. Так. Так, у меня есть куча вот этого и вот этого. Давайте-ка подымемся наверх. Так, давай, поднимайся наверх. О, так будет легче. И еще гладкий камень у меня есть. Так, тоже будет легче. Жесть, что поднимался, что не поднимался, одинаково. Так, окей. Бим-бим-бим-бим. Так, пам. Загляните в справочник, открыты новые рецепты. Да что вы говорите, да что вы говорите, что у нас открыты новые рецепты. Так, наверх, наверх, да прыгай же ты наверх уже. Так, так, а что я рукой? Так, лопата сломалась. Благодарю, благодарю, что у меня лопата уже сломалась. Так, мы поднимаемся по чуть-чуть, потихонечку, помаленечку, помаленечку. Так, ребяточки, я там вижу уже выход из этого леса, точнее из джунглей. И надеюсь, мы найдем сейчас хоть какую-то деревню. Я уже хочу полутаться. И я вижу яблоко. Ребята, это что такое? Что за... Что это такое вообще? Что-то яблоки валяются везде. Серьезно, серьезли. Это что такое? Это какой-то джунгли. Яблочные джунгли. Так, смотрите, как круто. Смотрите, как круто. Так, сейчас мастер паркура покажет, как прыгать с одного дерева на другое. Поехали. Ой-ой-ой. И жизни. Жизнь уже убавляется. На хардкоре, конечно же, лучше не паркурить. Но мы с вами еще те ребята. What the fuck? 4,5 сердечка оставалось. Фу. Хорошо, что я поел перед этим прыжком. Там далее. Смотрите, как быстро еда заканчивается. Как быстро еда заканчивается. Ой, какая красотень. Вроде бы лес, но и джунгли рядом. Че тут непонятно? Че это непонятно? Что это было? Так, идем далее. Отлично. Я только что говорил, как старый дед. Так, что тут у нас? О, ребят, я чувствую, где-то не за горами, вон за теми полями, вон за теми горами будет деревня. А это мы увидим в следующем видео.